Всем привет! Сегодня хочу приготовить хлеб с медом. Хлебушек купил в Атоле пшенично-отрубной. Вот такой состав. Мука пшеничная, отруби. И мед я купил ранее в Атоле. Вот такой южный разнотравье. Мне понравился и на вкус, и по аромату. Замечательный медок. Где-то 450 рублей килограмм. Там в разной фасовке он продается. Вот так красиво выглядит наш пшенично-отрубной хлебушек из Атола. Он выпечен вчера, поэтому и цена такая низкая. Я за ним, можно сказать, охочусь. Постоянно его беру. Он мне нравится. Пшенично-отрубной. Сейчас я его порежу. Вот я его порезал. Бывает еще вариант, так сказать, по-немецки. Хлеб с маслом и медом. Но я сегодня не хочу масла. Я хочу просто с медом. А так вообще с маслом и медом тоже очень вкусно получается. Отрубной хлеб из Атола. Пока закипает чайничек, немножко расскажу и про чай тоже. Чай у меня смесь черного с зеленым. Мне такая смесь представляется наиболее полезной и ароматной. Ну, черный чай, типа майский чай там. Азерчай черный и зеленый чаек такой китайский. Пополам смешиваю, пью. А вот эти бутерброды, кстати, можно в разных интерпретациях употреблять. Как с маслом, так можно и сыра кусочек, ломтик положить. Тоже будет очень вкусно. Можно посыпать жареными семечками, орехами или же смешать уже сразу поджаренные семечки, орехи с медом. А можно даже, если при случаях простуды, положить на мед чеснок и скушать чесноком. Есть такой вариант лечения. Лук с медом кушать. Ну, это не очень, конечно, вкусно, наверное, очень полезно. Также можно вместо меда добавить сметанки, положить жирненькой. Можно также маслиц, но лучше сметанки. Лучку порезать, чесночку, это при простуде я говорю. Сметана, хлеб, лук или чеснок. Замечательное сочетание. Витамины с жирами, фитонциды и все такое. Ну, а у меня сегодня такой вариант. Сейчас заварю чаек черно-зеленый и попью его в свое, так сказать, удовольствие. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла. В Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. И будьте здоровы!